Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и у нас сегодня тема расклада по заявке. Новое знакомство, новые отношения. Что у него ко мне, что у него к бывшей, дабы не попасть в треугольник. Итак, давайте посмотрим. Итак, новое знакомство. Давайте посмотрим ваше состояние, какая-то вот начальная точка, да, на сегодняшний день, ваше состояние. И я скажу, что вы готовы к этим отношениям, у вас большие надежды. У вас большие надежды. Вы женщина и вышли такой интересной, со вкусом. Возможно, с одной стороны, вы как-то большое... Для вас важно комфорт, для вас важно красивая одежда, хорошая еда, некая материальная составляющая и успех человека для вас очень важен. Но и вы даете некую надежду, вы даете некий шанс человеку, дабы он к вам все-таки проявил свои лучшие качества, дабы он мог к вам достучаться. Но здесь и действительно есть такой момент, что вам свойственно... Знаете, как-то отбросить какие-то эмоции и, планируя свое будущее, размышлять над тем, что для вас хорошо, а что для вас плохо, что принесет вам радость, а что печаль. Вы как-то желаете наперед, да, проиграть ситуацию, дабы понять, принесет ли этот человек в вашу жизнь радость, можно ли с ним начинать вот эту дорогу или все-таки не стоит. Вот я вам скажу, что да, вы в таком абсолютно свободном каком-то состоянии. Ну вот. Ой, так вам, знаете, такая нехватка именно вот любви. Желание вот этой любви, желание стабильности. Вам не хватает стабильности. Вам не хватает вот этого тепла, знаете, семейного. Вы буквально созданы вот для этих отношений, для этого, для семейных отношений. Вы очень такая подходящая женщина для отношений семейных. Вы умеете, вы понимаете, как оно все строится и что для этого нужно. Но вот я бы сказала, что сейчас вам не хватает какого-то, каких-то, да, элементов, дабы понять, Что у вас может быть с этим человеком? Потому что надежда есть, но и есть некое состояние, когда я не уверена, не попаду ли я вот в это состояние, да? Не попаду ли я, куда я иду с этим человеком? В пятерку пентаклей, когда я в какой-то безвыходе, да, из меня тянут энергии, я просто, да, пропадаю, или все-таки я с этим человеком иду в десятку пентаклей, где мне будет комфортно, тепло и надежды, и планы на будущее. Вот куда я попаду с этим человеком? Здесь буквально, знаете, женщина на такой развилке стоит. Она боится ошибиться, потому что на сегодняшний день она еще может как-то сделать шаг назад, как-то отмотать все, потому что если оно откроет сердце, уже будет поздно, да, когда она уже попадет в этот треугольник, ей будет уже поздно. Ну хорошо, вот я вижу, конкретно показали карты, эти сомнения, куда я иду, я хочу видеть, да, свою дорогу, куда мне эта дорога ведет с этим человеком. К счастью или все-таки к печали, к какому-то холоду, когда меня не ждут. Итак, давайте посмотрим, мужчина, в каком состоянии он сейчас находится. И я вам скажу, что ваша встреча, она радует этого человека, безмерно радует. Он энергетически очень сильный мужчина. Да, я вижу, что такой мужчина, он может завладеть вниманием женщины, он может как-то ее, знаете, показать ей то, что она хочет видеть. Мужчина интересный, мужчина умеет красиво разговаривать, улыбаться, привлекать к себе внимание. Сам по себе мужчина такой красивый даже, я бы сказала. Да, он имеет данные, он имеет какую-то харизму, да. Возможно, он внешне и не очень, да, такой там
красавец, но имеет внутренний шарм, который притягивает к себе не только женщин, а вообще людей. Он умеет и улыбнуться, и поздороваться, и как-то все он как-то делает так правильно. Но я вам скажу, что в отношении вас вы его радуете. И вот на сегодняшний день он как-то подбирает некую меру, да, некую тропинку, некий ключик к вам. Подбирается к вам, да, подбирается к вам, как бы к вам подобраться. Ну, давайте посмотрим. Есть такой вопрос, что у него с бывшей женщиной, да, какие у него отношения с ней, дабы не попасть в треугольник с этим человеком. Но я вижу, что он, конечно, определившийся. И вот как-то вот считает радостью вашу встречу. И как-то, я бы сказала, на сегодняшний день, да, ждет ваших встреч. На сегодняшний день он имеет какие-то планы очень такие на ваши встречи. Буквально как смотрит на вас, любуется вами. Подбирает какие-то ключики к вам, дабы быть таким значимым в вашем сердце. Итак, давайте посмотрим, что же у него с бывшей. Что с бывшей у этого мужчины? Была семья, возможно, человек в разводе. Или был действительно в отношениях серьезных с этой женщиной. Ну, здесь конкретно может проиграться, когда произошел, возможно, между ними разрыв, но и их очень многое связывает. Очень много. Какие-то шансы были даны судьбой этому человеку быть с этой женщиной. Что между ними, да? Покажи, что между ними, что между ними. Ну вот на сегодняшний день это десятка мечей. Полная остановка, полное разрушение отношений. Да, были чувства, была, возможно, даже и любовь. Но на сегодняшний день я бы сказала, что здесь все закончено. Здесь, ну, возврата нет, знаете. Действительно, по десятке мечей здесь нет возврата. И да, было хорошо, да, было интересно, да, было движение развития отношений. Но на сегодняшний день здесь все закончено, потому я скажу, что вы можете не беспокоиться по поводу бывшей. Ну что ж, бывшую сторону, все мы здесь решили, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим мысли мужчины о вас сейчас, на сегодняшний день. Мысли этого человека в вашу сторону, что он думает о вас сейчас? Что думает этот мужчина по поводу вас? Вы королева кубков, любимая женщина, любимая девушка, женщина, которая его безумно привлекает, которая ему безумно нравится. Да, итак, еще очень много мыслей о вас, разных. Он рассматривает разные варианты, он как-то думает, подбирает к вам ключик буквально. Знаете, девочки, вот вы действительно, вы ему интересны. Даже, знаете, вы можете, ну, я вижу, что как-то вы и создаете какие-то, знаете, как он, возможно, мало вас знает. Возможно, здесь может проиграться ситуация, когда ему все интересно о вас, да? Он как ищет о вас каких-то, вам задает много вопросов. Но очень много мыслей о вас. И каких-то даже, я бы сказала, и фантазий в вашу сторону. Итак, что он думает о вас, да? Я вам скажу, что он боится вот наткнуться вот на эту десятку мечей с вашей стороны. Он боится очень отказа с вашей стороны. Боится отказа. Здесь, возможно, человек ранен, да, прошлыми отношениями. Человек где-то уже видел предательство, потому он боится этого предательства и здесь. Он боится охлаждения с вашей стороны, он боится какого-то... Я скажу вам честно, человек знает, что такое больно в отношениях, потому он может осторожничать. И да, его мысли о том, что вы любимая, но и есть опаска вот это, да? Почему ты так думаешь?
очень хочется, да, верить. Очень хочется верить, что все получится. И вот солнце, да, есть чувство к вам, есть притяжение к вам, есть такая тяга в вашу сторону, и мыслей очень много, и нравитесь вы ему, безусловно. Но и присутствует в нем душевная рана из прошлых отношений, душевная рана. Да, он желает шансов с вами, желает шансов с вами. Я скажу, что на сегодняшний день ему уже вас не хватает, он уже по вам скучает, он уже как-то ждет вашей какой-то встречи. Я вам скажу, девочки, что он надеется на эти отношения, он как-то надеется, возможно, как-то исцелиться, потому что вот карты указывают на то, что... присутствует вот как-то, знаете, вот в один момент он мечтает и думает о вас и о вашей любви, и в какой-то момент в нем пробуждается вот эта боль, которая сопутствовала чувствам, да, что он чувствовал когда-то любовь, да, к женщине, и как ему было больно. Я бы сказала так, девочки, что этот человек боится открываться перед вами. Он вам может не высказывать своих чувств на сегодняшний день. Он вам может не высказывать своих надежд и планов, не говорить вам обо всем об этом, дабы потом, знаете, не было так больно ему. Потому что я скажу, что у него как большие планы на ваши отношения. И он скучает по вам, и вы очень дороги ему. И он как видит вас надежду, да, в том плане, что ну вот с этой женщиной я буду счастлив. Я буду счастлив с ней. Но он как-то вот что-то держит, что-то, какие-то потаенные вот уголочки его души, раненые уголочки, они закрыты для вас. Он пока что вам не открывается, он не открывается в своих чувствах, потому что боится быть раненым опять, знаете. Здесь может человек как-то сомневаться в себе, да. Ну, покажи еще, что ты думаешь об этой женщине. Вот много мыслей, и раздумывает он о разном, да, что он может вам предложить, что он может вам дать. Он размышляет о том, что вы как-то уже дороги ему, что он уже скучает по вам, и он боится этих чувств, он боится этих чувств, потому что боится вот этих ран. Вот с одной стороны он счастлив, а с другой стороны он так, знаете, как боится быть счастливым. Вот я бы так это высказала. Он боится быть счастливым с вами, потому что боится, как опять эту боль ощутить. Ой. Ну что ж, давайте посмотрим, что он думает именно о вас. Что он думает о вас. Его мысли о вас, да, желание быть таким, знаете, любимым вами, чтобы вы его любили, вы действительно, мужчина думает об этом, да, желание быть прирученным, я бы так сказала, желание быть прирученным вами. Знаете, как я, конечно, возможно, очень буквально сейчас выскажусь, но ему так хочется быть, когда, ну, буквально, знаете, как близко к вам и как к вам и прирученным, потому что сейчас он немного в таком состоянии, знаете, как вот кот, да, вот, например, я скажу, да, кот, который вот тебя не знает, он так с осторожностью на тебя смотрит, и да, пусть ты там к нему хорошо относишься, но он тебе не доверяет, но вот он хочет довериться, да, вот этот человек, он хочет быть прирученным, когда он уже может и к тебе подойти, и как-то довериться твоей ласке, и довериться тебе, да, человек хочет вам довериться. Человек хочет, чтобы вы его приручили, чтобы вы его как-то, знаете, вот эти его колючки пригладили. Потому что, почему колючки? Потому что, ну, человек эти колючки имеет. Я вам скажу, что вам надо быть и готовой, да, если вы желаете отношений с этим человеком, вам надо быть готовым, чтобы в некоторые моменты он эти колючки вам будет показывать, потому что он...
боится проявлять свои чувства, боится открываться, боится. Ему надо как-то, знаете, довериться вам, уже быть близко, дабы открыться вам. Что думает о вас? Вы сильная женщина, вот вы такая, знаете, вы имеете над ним влияние, влияние на него имеете. Он считает вас очень такой умной, очень дерзкой. Да, интересная. У него большие планы на ваши отношения, и он, конечно, хотел бы вам дать ощущение, что он вот такой состоятельный, показать, какой он, что он может дать, как-то в лучшем свете перед вами быть перед вами в лучшем свете. Вы знаете, у него действительно большие планы на ваши отношения, действительно. Он как-то готов стараться, готов ради вас и для вас, и вместе с вами наслаждаться плодами своего труда. Вы его очень стимулируете, даете ему много энергии. Такой, знаете, нескрытый интерес, конечно, у этого мужчины. Вы привлекаете его как женщину в сексуальном плане. Вы красавица в его глазах. Вы такая очень даже интересная. И я скажу вам, что он готов вот эти колючки свои спрятать, лишь бы вы хотели его приласкать, лишь бы вы хотели его видеть рядом с собой. Ну что ж, давайте посмотрим на чувства этого мужчины на сегодняшний день, сейчас. Что он чувствует к вам? Что чувствует этот человек в вашу сторону сейчас? Что ты чувствуешь? Вы знаете, я бы сказала, что здесь именно вот какое-то начало, вы еще в сомнениях, и вы эти сомнения ему пока что показываете, да, вы показываете ему эти сомнения. Потому что этот человек, он видит вас такой, ну, очень женственной, во-первых, умной женщиной, но еще, знаете, как не готовой, знаете, как-то в объятия его принять. Как-то вы еще как-то докажи мне, да? Вы не доверяете ему, вот. Что он чувствует, что вы не совсем доверяете ему, что вы еще отдаете таким холодочкам, что вы еще как-то не открываете ему свою нежность, свое тепло, что вы еще отдаете холодком. Что думает, что вот в чувствах, да, у этого человека? Вы знаете, если вы на расстоянии, и даже если вы вот рядышком, да, друг с другом, этот человек следит за тем, с кем вы общаетесь, а кто вас там домой проводил, а с кем вы работаете. Он интересуется мужчинами, которые вокруг вас, как вы к ним относитесь, потому что есть такой момент, что он на сегодняшний день опасается, дабы вас, знаете, как-то не увели у него из-под носа. Дабы, потому что он видит вас, ту женщину, за которую стоит побороться, за которую стоит, знаете, потратить некий ресурс душевный, материальный, эмоциональный, дабы эту женщину заключить в свои объятия. И ему он как-то присматривает за вами, дабы вы не ускользнули, да. Вот есть такой момент еще, что он думает о том, что вы еще, ну, свободны, как ветерок, да. Как ветерок, что вы еще можете ускользнуть. И вот он боится того, что вы можете ускользнуть от него. Конечно, он надеется, и есть глубокое такое ощущение, да, что с вами можно построить будущее. Что с вами можно построить отношения. Мужчина полон надежд на эти отношения. Мужчина полон плана каких-то на эти отношения. Чувства в нем есть. И он, знаете, боится этих чувств, но сопротивляться им он не может. Я скажу, да, действительно боится чувств. Боится влюбиться в вас без памяти, да, а вы ему откажете. И он как-то вот эти чувства немножечко в себе, как-то, знаете, давит, наверное, правильно сказать. Ну, давайте посмотрим еще чувства этого мужчины в вашу сторону. Мужчина хочет развития, мужчина хочет, чтобы вот развивались эти отношения, чтобы укреплялась ваша связь между вами.
Он очень хочет открыться перед вами. Я вам скажу, что он вас удивит, этот человек, потому что когда он поймет, да, что вы открыты перед ним, да, что вы готовы принять его, этот человек по-иному откроется перед вами. И вы увидите, что, возможно, сейчас он такой, да, немного колючий, немного, да, где-то хочет какая-то как насмешка, да, что-то высмеять хочет. Он как-то скрывает свои чувства, он их как за вуалью некой держит, этот мужчина. Но он желает этих отношений, он желает развития этим отношениям. И этот человек перед вами может очень, знаете, открыться в чувственном плане. Вы маните его, безусловно, безусловно. Он думает о вас, вы его маните, вы его притягиваете, вы буквально, знаете, как влезли в голову, и ты 100 раз говори, я больше о ней думать не буду, но от этого, знаете, мыслей все больше. Вот здесь вот именно такой вариант, как мужчина думает о вас, думает, и вы очень-очень притягиваете этого человека. И он, да, вот здесь буквально, знаете, как он сам себя наказывает. Нет, нет, вот не думай о ней, не влюбляйся в нее, да, вот выжидай время. И он как в этом мучении. Но я вам скажу, что этот, он как вырвется на волю, и вы увидите, сколько в нем чувств, сколько в нем страсти, сколько в нем огня в этом мужчине. Потому что это все как оно, знаете, как накаляется буквально. Это все накаляется. Ну, покажи еще. Да? Он боится, что вы ускользнете. Очень боится, что ускользнете, да? И тогда все. Вот он размышляет о том, что если вы ускользнете, это все. Это конец всему. И он боится вот этого разочарования своего. Потому он так вот себя сдерживает, потому он так себя, знаете, как-то контролирует, как каждое слово. Он хочет быть уверенным в вашей любви и в вас. Тогда этот человек откроется. Я хочу задать вопрос картам. Если вы пойдете навстречу этому человеку, что вас ждет? Вас ждет взаимная любовь. Вот если вы отбросите все и пойдете навстречу этому человеку, вас ждет взаимная любовь. Здесь буквально, да, нужна трансформация, выход из сомнений, выход из какого-то тумана. И вот тогда будет настоящая любовь. Сейчас оно все вот под этой вуалью, оно все вот как-то под каким-то, да, в каких-то сомнениях, как сомнения. Сомнения, вы знаете, возможно, вы не даете почвы этим сомнениям, но этот человек, вот предыдущий опыт, он так дает о себе знать. Видно, в жизни ему сделали очень больно. Видно, знаете, не так он и силен, как он вам показывает. Да, он хочет видеть, вот понимаете, вот как только вы откроетесь и покажете ему свои чувства, вы обратку получите, вот то, что вы ему даете, вы получите намного больше от него. Но нужна вот эта трансформация, нужно пройти этот момент, когда он не доверяет, когда он не верит. Давайте посмотрим, как будут развиваться ваши отношения. Как будут развиваться ваши отношения вот в последующем? Как будут развиваться отношения этих людей? Покажи нам. Как будут развиваться отношения? Вот вы в этапе, да, когда вам вот сейчас надо преодолеть вот это состояние. Потому что здесь и вы, возможно, знаете, пережили некое разочарование. Это человек. И вот вы в этапе, когда вот вы стараетесь найти друг друга, но не можете довериться, да, вот вам, вы как в поиске истины, да, сейчас. Сейчас вы в поиске истины. Что он к вам чувствует, что вы к нему чувствуете, что может быть между вами, а не потеряю ли я, да, опять вот это разочарование, страх разочароваться. Вы вот сейчас, вот на сегодняшний день, это ваше состояние, вы в поиске истины друг друга. Что вы можете дать друг другу?
Как будут развиваться ваши отношения? Я вам скажу, что наступит момент полного доверия, наступит момент, когда действительно какая-то душевная связь между вами, она проснется, она будет ощутима, доверие, да, когда я действительно доверяю, укрепление отношений. Очень хорошая карта вообще на отношения, такой душевная связь. Вот только эта душевная связь появится, и вопросов уже не будет. Как будут развиваться отношения? Вот смотрите, вот видите как. Вот в эти сомнения поиск истины. Но придет момент полного доверия, душевной связи и настоящих чувств и любви. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр, счастья и радости. Любите друг друга. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!